Всем привет, парни и девчонки! С вами я, эндуромастер. Сегодня мы катаемся на трассе «Беларусь-фирма». По этой трассе проходили когда-то соревнования. Вчера я протестировал свои шипы. Ни одного шипа я не потерял. И колесо тоже не пробилось. Поэтому сегодня в полностью боевом режиме тестируем дальше. Тянет шикарно, кроме глубокого снега. В глубоком снегу, как санки. Отряд самоубийц, да? Или нет? Убьемся. Ну, Паша тогда первый. Первый? Дурные да. Есть или нет? Хорошо идет. Нормально тормозит, смотрю, на своих шипах. Ты не забывай, у него шипы. А у нас-то шипов нет. Вот да ну на. Ну. Нормально. Руль не цепанул. Руль. Руки, ноги целы, главное, а не руль. Ну скорость набираешь. Ну да, скорость. Вон я где тормозил, ты видишь? Туда доехал, да? Да, вот в эти ветки и тормозил. Thank you.
Сергей, убери эту шнягу лучше. Я ее и объезжал, блядь. Так вот, надо было не объезжать, а убрать. Ага, спасибо. О, так она сама поднялась. Обтряхнул и все. Саша, помочь! Да, горка очень сложная сейчас стала. По мне могло показаться, что я легко заехал, но я чувствовал, как проворачивается заднее колесо, даже при условии, что на нем есть Cold Cutters шипы. Представляю, каково ребятам без шипов. Нужно набирать очень хороший ход, чтобы заскочить на эту горку. Итак, смотрим. Заезжает Серега. Хускварна ТЕ-300. Вот так, видите? То же самое, что и у Саши. Но правда, у Сереги Митос ЕФ-07 сзади, да? О, лысый, да. Лысый Митос. Вообще камикадзе. Саша едет. КТМ и XC-300. Ой, неудачно. Ты как, нормально? Нормально. Если бы не дерево, то улетел бы он туда ниже, в самый овраг. Так что, в принципе, вот иногда от деревьев есть польза. Серега. Вот что значит на скилле. Хотя, с другой стороны, вес Сереги с мотоциклом не более 120 килограммов, наверное, составляет. Так что Сереге можно и на лысом Митосе ездить. Но сегодня хороший боевой тест с шипам моим. Но они все равно проживут 3-4 покатухи. Так что скоро я без шипов уже буду. Пацаны пишут, что 3-4 покатухи на клею или без клея. Ну и логично, шашка-то изнашивается. Они поэтому выстреливают из шашки и все. Ну что, судя по звуку, Саша, КТМ и XC300 TPI. Ну и остался Паша. Не знаю, в полную силу едут пацаны или нет. Я могу ехать быстрее, по ощущениям, но не везде. Экстрим спуск. Степаша отстал.
что, заехал? Заехал, молодец. Что-то я сейчас у Паши увидел. Ай-яй-яй-яй-яй. А я думаю, что за фигня? То на горке нормально заезжает. Сейчас искры из-под колес такие пошли. Накрутил такие. А? Нет? Опа! Хорош! Давай я сейчас его нахрен запущу. Запускай. Девчонки, вот и закончилась наша сегодняшняя покатуха, она же тренировка на эндуро-трассе Беларусьфильма. Что я хочу сказать о шипах? Шипы — это вот такая штука. Даже вот такие вот саморезы Cold Cutters отлично работают. Что примечательно, сегодня я ездил в достаточно боевом режиме. На первый взгляд, ни один шип до сих пор не потерялся. Все, что я пока что заметил, это что некоторые шипы все-таки немножечко провернулись. То есть я их выставлял по оси, и вот можно заметить, что некоторые чуть-чуть повернуты. Это, пожалуй, все, что с ними произошло. В снегу шипы совершенно не помогают, возможно, где-то даже мешают, особенно в глубоком снегу. Но как только докапываешься до льда, все, сразу появляется зацеп. Еще что могу из своих наблюдений сказать, это то, что в шипы надо поверить. Если в шипы не верить, то они не помогут. Также, как оказалось, сегодня не только я один был на шипах. Накрутил такие. Хитрый Паша тоже зашиповался. Я это увидел уже в конце покатухи, когда из-под его колеса пошли искры на льду. Шиповался он не колд-кутерами, обычными саморезами. Но они тоже держат достаточно хорошо. Всем спасибо за просмотр.
ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте жать на колокольчик. А также посещайте мой инстаграм, ВКонтакте, Фейсбук и сайт enduromaster.com. Пока-пока, увидимся! И еще раз всех с наступающим! Вот эта система! Поднимай! Круто! Вот, пацаны, не лебедку надо устанавливать, а вот такую штуку на внедорожник.